Вместо стихийных парковок – более 40 оборудованных мест на стоянке. Вместо разбитой детской площадки – спортивные тренажеры и карусели. Ямы и лужи на пешеходных дорожках тоже скоро уйдут в прошлое. Рабочие выкладывают новый асфальт. Территория в дворе домов номер 137 и 139 по улице Кавказской будет такой уже через 2 месяца. Благоустройство профинансировали в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Работы стартовали в середине сентября. Здесь у нас будет запланирована спортивная площадка, зона отдыха и детская площадка также присутствуют, и парковочные места. До этого здесь еще была стихийная парковка, хаотичное расположение машин, которые, соответственно, затрудняли и движение автомобилей, и движение транспорта, и движение людей. Во дворе также установят лавочки и урны. Активное участие в благоустройстве принимают местные жители. Они помогают убирать строительный мусор. Помощь населению – обязательное условие федерального проекта. Это могут быть либо финансовые отчисления, либо трудовые ресурсы. Краснодарцы выбрали второй путь.